Сейчас, когда началась подготовка уже к полетам в дальний космос, проблема длительной изоляции стала чуть ли не ведущей. Нас не терпится, когда закроются люки, мы окажемся с той стороны. 15 декабря 2018 года, день 39. Внезапно вспомнил, что сегодня суббота. Здесь теряю счет времени и порой не помню, что за день сегодня. И мы решили, что целесообразно вернуться к исследованиям в Антарктиде, рассматривая станцию «Восток» как аналог будущей обитаемой базы на Луне. We can contribute. Если мы можем чем-то помочь в вашей исследовательской работе, it is our duty. Мы считаем, что это наш долг. Okay, if you are reading, close your eyes. Что есть такие дни, называются чертовы дни. И у людей происходят вот эти вот срывы. Теша, с днем рождения! Ага. Что тебе подарили? Куклу! Что ты здесь делаешь? Мы ее похороним! Loneliness again. Stronger this time. Empathy? Between us. Distance? Ну, 17 января, день 72. Утро провел в фоновой части исследований по научной программе. Очень не хватает личного пространства.